Народ, всем привет! Ну что, наконец-то замечательное видео, вторая часть из трех, будет их три, про лимоночку, про ее переделку на полный привод. И сегодня у нас будет объединение практически всей работы, кроме концовки. Концовку мы покажем отдельно, со всеми замерами и так далее. И на данный момент, когда мы записываем это видео, она еще не готова, она еще стоит и ждет там доработок. То есть я ее еще ни разу не заводил и ни разу на ней никуда не выезжал. И сейчас я вам расскажу, как прошли, по-моему, 8 дней доработки этой лимонки. В общем, надеюсь, будет интересно, и мы постараемся дать максимальную информацию для того, чтобы вы могли сделать это дома. Поехали! Как прошел у нас второй день. То есть это первый день этого видео, но на самом деле это второй день. Как вы помните, в первой части мы показали всего лишь один день. И там все шло очень легко и просто, и как-то прям слишком даже подозрительно легко. Во второй день мы столкнулись в первый раз с какими-то, с необходимостью каких-то доработок. А именно, первое у нас, что было на очереди, это топливный бак. И реально полдня мы похоронили на топливный бак. Вообще капец какой-то. И воняет каким-то ужасным запахом. Нифига себе, блин. Два насоса. Это что там за систему они строили, в которой это все применялось? Не, нам так сложно не надо. Нам нужен простой бензонасос. Но здесь есть перекачка. Видишь? А это значит, что наш вот этот вот так просто не встанет туда. Сам насос нам придется поставить пока этот. А дальше посмотрим. Если он недостаточно давит, например, придется покупать вот такой вот насос, а не такой. Вроде все оригинальное, но состыковывали несостыкуемое, поэтому везде саморезы, везде все на... Я такой метод укрепления не очень люблю, честно скажу. Мой топливный бак не подходит под полный привод. Ну, это логично, потому что нам нужен тоннель центральный, и сзади должен стоять редуктор, и к этому редуктору подходит кардан. А мой топливный бак выглядит как клякса сбоку, и он перекрывает этот тоннель. Соответственно, его надо менять. Мне в комплекте с китом по полному приводу пришел бак нормальный, все. И была проблема. Так как все это было снято с уже готового ездящего проекта, там почему-то в баке внутри, во-первых, была грязь, а во-вторых, там стояло два бензонасоса, причем которые качали в одну дырку. То есть, я не знаю, какой там был проект, сколько там было лошадей, что им не хватало производительности одного насоса. Ну окей. Мне пришлось колхозить отчасти, потому что мой бензонасос родной, замечательный, уже не подходил, так как тот бензонасос, который должен стоять в этом баке, должен иметь функцию перекачки. Потому что бак состоит из двух полостей, имеет два датчика уровня топлива, и эти полости между собой связаны сверху узкой полоской. И для того, чтобы топливо не скапливалось в одной стороне, а перетекало, на бензонасосе есть отдельный штуцер, который гоняет это топливо из одной половины в другую. Поэтому мне пришлось поставить бензонасос, который был там. И с этим мы возились долгое время. Вадим относил этот бак на мойку, его весь отмыли, потому что внутри он был грязный. Автомобиль переднеприводный и не предназначен под установку такого бака. Но тем не менее, как и во многих производителях, как и у многих производителей, здесь есть заготовленные заранее отверстия в автомобиле. И с одной стороны нам повезло. Когда мы подкинули бак, с одной стороны я просто счистил герметик и увидел резьбу. Здесь, здесь, здесь. Вот она. Идеально, смотри. Я такой счастливый, уже начал понтоваться, что ВАК все продумал, и установка полного привода не составит проблемы. И закручиваю туда болтик, иду с другой стороны, счищаю герметик, а там ни хрена нет. Так, нифига. Слушай, что-то я не понимаю. Не нашел дырку? Хреново, если ее здесь не будет. Что, сверлиться, что ли? Нарезать? Одна из больших болей во время доработки автомобиля была в том, что надо приваривать что-то, сверлить что-то, вырезать что-то. Я меньше всего хочу
портить кузов этого автомобиля. Вот я не знаю, у меня прям бзик какой-то. Однако одну дырку пришлось все-таки просверлить для топливного бака. В этот момент я сделал это максимально аккуратно, и плюс я сразу Вадима послал за покупкой антикора боди. Да можешь сверлить, я все равно тебе зарплату новую выпишу. Не прокатило. Ну что, мои дешевые понты по поводу того, что ВАК супер замечательный бренд, который все предусматривает, не сработали. С одной стороны у нас есть кронштейн, а с другой стороны его нет. Сверху мы добрались до этого места, и теперь остается просверлить эту дырку. То есть вообще нужны бы очки, но это для слабаков. Все. Сквозная дырка есть. А еще у меня в глазу есть несколько металлических опилок. Поэтому всегда одевайте очки в таких ситуациях. То есть мы сейчас здесь, наверное, так отставим. Потом просто, ну, как бы обезжирим и боди нанесем. Ну да, тут делов на 5 минут почти. И сверху, и снизу. Также, помимо этого, в этот день мы успели сделать всего лишь еще одно действие, а именно подключение коробки DSG. Вообще, большой плюс в том, что подключить DSG DQ500 к автомобилю, в принципе, не сложно, так как DQ250 имеет все необходимые контакты, и надо только перепиновать разъем. Сам разъем у нее вроде бы выглядит так же, но физически не подходит, и мне оставалось его всего лишь перепиновать. И вот здесь, казалось бы, для человека, который работал на официальном дилере, который перепинал в своей жизни огромное количество разъемов, не должно составить, ну, не должно возникнуть какой-то проблемы. А она возникла, потому что я вдруг резко понял, что я ни разу не перепиновывал круглые разъемы. Прям ни в какую не хочет распиновываться разъем. Но не хотят провода вылезать, и все из этого разъема. Как иногда не хватает третьей руки. Когда хочется что-нибудь сделать, но надо одновременно держать. Миллион лет я потратил на то, чтобы распиновать этот разъем. Но на самом деле полчаса ни на что. На самом деле все это время был распиновщик, но я никак не мог понять, как же он распиновывается, этот разъем. Оказалось, все до ужаса просто. Берется специальный распиновщик. То есть, в принципе, для того, чтобы его распиновать, я снял верхнюю крышку, я думал, все, как он распиновывается. Оказывается, распиновывается очень просто. Специально распиновщик засовывается, и все. Вот и все. Для того, чтобы понять, что куда втыкать, вообще можно открыть электросхему в Эльзе и 100 лет ковыряться, но спасибо большое Drive 2, потому что там давно уже люди 500 раз это делали. Благо на старом разъеме. А, блин, я один уронил, ё-моё, в мусорку. Ладно, если не хватит, я его потом достану. Но что за рукожопство? Все это я вытащил со старого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть пустых отверстий. Оранжевый, черный, кан хай, кан лоу, оранжевый, коричневый, 10-й и 15-й у нас. Обратите внимание, что важно, чтобы была отключена клемма аккумулятора, потому что сейчас мы вытаскиваем силовой плюс, силовой минус. Они могут замкнуть между собой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все правильно, проводов 9. Нам нужно только 6. Все, разъем запинован. Вот он, все, замок защелкнулся. Вот они, 6 пинов. Все воткнуты. Осталось 3 свободных. Сейчас мы их посадим в термоусадочку. Одеваем ее сюда. Вот они, наши 3 проводка. Я их сейчас еще загну, еще чуть-чуть изолентой мотану, и все. Теперь мы это все закрываем вот так вот. Все, блин. Смотри, новый разъем. Шлеп, шлеп. У Анночки, блин. Все, DSG подключено. И на этом у нас закончился второй день. И казалось, что первый день у нас все шло так замечательно, и я прям радовался, что мы сейчас все быстро сделаем. Как это говорится, 5-летку за 3 года. Сейчас мы за 3 дня соберем машину. Второй день расставил все по своим местам.
И я понял, что с такой скоростью нам успеть бы за месяц вообще все это сделать. Второй день начался гораздо бодрее. Вадим привез боди, антикор. Я заантикорил полностью все, все болты, все, что можно было заантикорил, до чего дотянулись мои шаловливые ручки. Так, здесь... Не надо ничего ломать. Хорошо? Нет. Нет? Нет. И еще не забудь это корыто поставить прямо по центру сервиса, чтобы никто проехать не мог, да. А то что ты его сбоку, вот. Боди тоже можно сломать. Короче, надо, прежде чем наносить сюда боди, надо обезжирить. Потому что я там, конечно, накуролесил. Это Вадим! Это не я! Что обманывают, блин? Ну, не по моему же совету это делал. Я вообще, я не знаю, почему советую. Андрюха тебе, наверное, советовал, блин. Блин, чуть не шканул. Ждем. Все нахрен. Все, боди больше не буду класть. У меня, в принципе, боди села. А я выпрессовываю, вот сейчас пойду. Да, не забудь, смотри, у тебя, видишь? Вертикально стоит сальный блок. Отметь лучше всего. Да, вот. Я сейчас отмечу. Это работа простейшая для имбецилов. Проставку не запрессуй. А ничего, что ты гнешь рычаг уже? Ни хрена себе. Я ее даже погрел, блин. Она вообще, блин. Хреново идет. Ну идет. Тебе прислать Андрея? Чего? Вань, брат, помоги Вадиму выпрессовать сальнблоки, пожалуйста. Пожалуйста, чтобы я был уверен, что там все будет хорошо. А то рычаг уже гнет просто. Все нормально. Вадим, без обид. Ваня, топчик. Вадим, нужна, нужен болт на 13 и гайка на 13. Нет, длинный слишком. Слушай, вот этот болт идеальный. Начинается. Спасибо, любви тебе, здоровья, вот все. Спасибо, спасибо, спасибо огромное. Вот же, блин, вот оно, Вадим. Доброта. Блин, стоечку бы. Все, вот сейчас надо наверх залезать. Затянул? Да, пальцами. Нормально. С баком было покончено. Он был установлен, но однако, как я уже говорил, я был против того, чтобы сверлить какие-то отверстия. И по-хорошему полноприводная версия в задней полке под сиденьем стоит два лючка, в одном из которых мы можем достать датчик уровня. Топливо только, а в другой бензонасос. Я принципиально не хотел делать вторую дырку, у меня завода ее нет. Мне пришлось ввести проводку всю от датчика уровня и от Халдекса через правое окошко. Это увеличило ее длину примерно на 1.5 метра этого провода. И у меня была необходимость теперь его удлинять. Помимо того, что мне надо было провести проводку с такой большой петлей, была еще проблема. У меня машина была на шумоизоляции. Это значит, что задняя полка, как раз, в которой есть отверстие под бензонасос, полностью заклеена. И я потратил реально кучу времени на то, чтобы максимально аккуратно ее обрезать и отодрать эту виброизоляцию, приклеенную туда, для того, чтобы добраться до штатного отверстия под бензонасос. Вот о чем думали те, кто сюда шумоизоляцию клал? О чем, мать вашу, вы думали? Вырезали бы сразу. Просто, когда ты клеишь, ты сразу ее обрезаешь по контуру. И все. Обожаю, обожаю заниматься вот этой вот работой.
Это же самое крутое, что есть. Проводка. Что с этим разъемом не так? Он замазан каким-то сраным герметиком. Я сейчас, и вот здесь должна быть дырка. Я сейчас покажу, для чего замазано герметосом. Это варварский какой-то способ. Мы-то делаем все идеально. Просто тут каждый болтик к болтику в этой машине делается. И здесь вот такой вот фиолетовый фиксатор. Это стопор. Если его не вытащить, то будет проблема с пинами. Их тяжело будет достать. Точнее, их невозможно будет достать, потому что они упираются. Это стопор. И теперь берем и перепиновываем. Например, берем вот этот пин. Шлеп. И вытаскиваем. Оп. Все. Усы на месте. Теперь берем и засовываем вот в эту же дырочку. Оп. Чудеса, да и только. Без распиновщика тоже можно делать, но это жопа, я вам скажу, без распиновщика этим заниматься. Это надо, например, контролькой с двух сторон иголкой дербанить. Очень увлекательная и интересная работа. Не знаю, мне нравится такая работа, честное слово. Сверло. Это микросверло на очень мало. И просто выталкиваем наши резиновые заглушечки по очереди. Иди сюда. Раз. Два. Три. Все. А потом берем и сюда их засовываем. Как всегда. Раз. Два. Ну и, как все, наверное, догадались, уже три. Мы их засовываем аккуратненько. Шлеп. Шлеп. И шлеп. И получаем... И получаем оригинальную, хорошую фишку. Вадим. Всадил, блин. Больно? Да. Прости, брат. Замок. Вот так вот. Хоп. Все. Все, блин. Все, ё-моё. Видал? И я думаю, что сейчас я проведу этот провод, подключу и хотя бы сегодня с этим закончу. Хрен. Столкнулся даже с такой простой проблемой. Пока машина на подъемнике, а снять я ее не могу, ведь у меня снята задняя подвеска. Я не могу ее опустить. Мне, в принципе, не на что ее опустить. Колеса-то никак не поставить. Пока машина на подъемнике, двери не открываются, и в салоне мне неудобно ковыряться, я не могу проводить проводку. Похабно я это делать не хотел. Про вопрос подключения Халдекса и датчика уровня резко отвалился на неопределенное время, пока мы машину не поставим на колеса. И мы решили заняться более полезным делом, а именно заменой пыльников на задних шурсах. Это тоже отдельная тема, так как они потеют. И это известная проблема вообще на многих полноприводных машинах. Я даже вот на свою камрюху 30-ку, которую я праворукую пригнал, заглянул снизу. Вот там, где внутренние шурсы подходят к хвостовикам на редукторе, очень часто есть запотевание. И крайне редко они просто так легко устраняются. Обычно либо подтекает сам сальник, редуктора, либо не очень герметично стоят чехлы, пыльники на шрусах, и оттуда давит смазку. И меня вообще не устраивает, что пыльники были запотевшие, так скажем, и вот было вот это запотевание, вообще-то вот эта грязь, она меня не устраивает, мне она никогда не нравилась, поэтому мне пришлось сразу заказывать новые, и так как их у нас в наличии нет, но время есть чем-то заниматься, мы решили снять привода, разобрать их и отмыть. Что? Это Ford Ranger? Нет, это Great Wall вообще. Great Wall. Что-то какой-то странный, посмотри, да? Смотри, какой он перекошенный. Да, что-то он какой-то странный. Смотри, Вадим, тебя переедут. Вообще конец. Блин, ну ты чё, ё-моё? Блин, ну ты чё? Мочалки, Вадим. Держи только, держи. Давай вертикально поставим. Я вот даже специально, не говоря ничего Славе, спросил у него, ну что-то у нас был как раз диалог, я спрашиваю, блин, Слав, вот скажи, какая, на твой взгляд, самая грязная работа в автомобиле? Он прям ни секунды не думая сразу говорит, блин, замена шрусов или пыльников шрусов. И я говорю, бинго, абсолютно верно. Вот
Если кто-то занимался ремонтом автомобилей, вы ни грамма не думая скажете именно так. Переборка двигателя, переборка коробки, переборка любого узла всегда менее грязная, чем шрус. Он имеет одну неприятную вещь – смазку. Эта смазка максимально грязнючая, она максимально черная, она максимально мажется везде и максимально хреново отмывается. И поэтому, если вы хоть раз перебирали шрус, вы знаете, о чем это. Вы, даже если вы будете максимально аккуратно действовать, вы все равно по локоть в говне. Вот всегда так. И Вадим пришел с какой-то баклажкой, говорит, здесь супер классная химия, она все отмывает. Не знаю, нахрена ее можно будет помыть просто растворителем или бензином или чем угодно. Но окей, мы решили кинуть это все в химию и оставить все на следующий день. Да я туда не буду засовывать, это грязь какая-то. Это говно какое-то. Мой. Только потом руки. Это говно, это химия, но, блин. Ну это поможет нормально. То есть ты хочешь сказать, что если я сейчас вот так вот суну, то я вытащу уже почти вот так вот обрезанное. Да. Почти чисто. Блин, я не хочу это. А что ты не располовинишь его? Да я хочу его разобрать, просто ты мне говоришь, сунь вот и химию. Так нет, так как с. Я раскидаю все вот так вот. Для антифриза. Чисто. Давай. Похоже на трех узбеков, которые лапочки. Ну а что это за химия? На основе чего? Что это такое? Я не знаю даже. Ее все называют химия, 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 химия. Хрен знает, что это такое. Можешь в глаз попробовать врызнуть. Что-то я не верю в эту химию. Видишь, она шипеть начала. Ладно. Давай вторую дернем и кинем сюда, и пусть лежат три дня. Проблем с внутренними шрусами, тем более с задними. Вообще на этой планете ни у кого никогда, по-моему, не было. Так что мы перестрахуемся. Просто я не люблю, когда потеет что-то. Когда вот сзади вот редуктор потеет, не люблю. Итак, четвертый день начался с того, что мы решили собрать все-таки привода, потому что у нас пришли пыльники. И тут была засада. Вот реально, я как бы не считаю себя полнейшим дебилом. Я перебрал в своей жизни немало гранат. Но именно таких вот задних полуосей, где наружная обойма выглядит не как корпус шруса, а как просто шайба такая широкая, и в нее вставляется сепаратор. Таких гранат я в жизни не перебирал, потому что они обычно редко выходят в строй, и пыльники тоже редко выходят в строй, и обычно туда никто не лазит. Причем, когда я залез в свои, мне тоже Андрюха пальцем у виска крутил, говорит, нахрен тебе это нужно, в принципе. Я говорю, я хочу. Химия, по которую так нахваливал Вадим, не особо-то справилась со своей задачей. В нее, говорят, лучше пальцем не совать, да? Да. Такой сунул, такой вытащил уже такой обрубок. Да. Выработка есть внутри, вон видно. Но это опять, разве это смертельно? Ну аж прям вон набито, нифига себе. Кто-то выжигал на этих гранатах. Давай, брат, залезай. Я вот поэтому говорил, человек, собирать это жопа, блин. Нет, собирать это не жопа. Обязательно что-нибудь перепутаешь. Может, ее закусывают, потому что положение не то. Проблема возникает на ровном месте. Но мы же не можем потратить сейчас полдня на то, чтобы собирать гранаты, правильно? Ну и странно, конечно, да, ты, Вадим, прав. Странно, что почему она вообще не шевелится. Ин – это навал, а не на редуктор. Но он, ты видишь, она все равно не движется. Вообще да, конец. Ну да, тихо, 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 тихо. Я в 5 секунд сейчас разберу. На, раз, два, три, четыре, пять. Возвращай. Ну я почти разобрал его. Да хрен ты его разберешь. В одну сторону надо вот сепаратор вот так провернуть, она будет. Серьезно? Блин. А я не знал, я думаю, как же она разбирается, эта граната долбанная. Сейчас соберу, все будет работать. Видишь, уже встает, значит не то. Вот это сюда. Чего ты вздыхаешь так томно, Вадим? Опять не попал. Блин, сложнее, чем я думал. Надо собирать вообще легко. Вадим, ты просто ее раздражаешь. А давай не будем ставить все шарики, поставим вот так вот три. Ходят же шарики, вот туда-сюда ходят. Сажаю на место. Все, клинит. Его пытаешься продавить, а он не идет. Знаешь что?
Я понял, в чем дело. Вот я идиот. Вот я идиот, блин. А, идиотина. Сажать надо не широкий к широкому, а наоборот, узкий к широкому. Вот так надо сажать. Вот и все. Идиот. Идиот, блин, ё-моё. Лах. Все очень легко и просто оказалось. Даже не поверишь, как. Вообще легко. Мы сажали все время узкий к узкому, а широкий к широкому. А надо наоборот. Видишь? Широкий на узкий. И он получается все. Я понял. Понял? А когда ты ставишь узкий на узкий, он зажимает. Да. И вот на такие нюансы во время сборки уходила куча времени. Вроде мелочь какая-то, а она бац и выкидывает из жизни час твоего времени. Вот. Еще я забыл упомянуть, что в этот же день, когда мы с утра приехали, мы увидели очень классную, замечательную вещь. Я еще накануне Андрея просил постараться решить вопрос с тросиком селектора коробки. То есть под ДК-500 тросик должен быть чуть-чуть длиннее и чуть-чуть по-другому садиться на кронштейн. Вот. А у меня селектор от ДК-250. И, в принципе, я не... Ну, для того, чтобы поменять мне его на ДК-500, мне надо менять весь селектор. Отдельно тросик поменять никак нельзя. Поэтому все обычно колхозят, и пришлось колхозить мне. И здесь отлично подошел амортизатор от АвтоВАЗа. Просто был куплен новый амортизатор ВАЗовский, обрезан, и Андрюха его, соответственно, сам кронштейн развернул и подключил его через него. Хочу поделиться хорошей новостью. Пока меня здесь не было, Андрюша, спасибо ему большое, решил вопрос с селектором коробки. Как вы помните, трос у нас не дотягивался, и кронштейн никак не подходил. Не было никакой возможности все это установить в штатном порядке. Он просто взял, заказал новый газлифт от АвтоВАЗа за 400, по-моему, рублей. Вскрыл его, обрезал. Но здесь надо быть очень аккуратным, потому что они под давлением. Андрюха сделал все это аккуратно. Соответственно, расплющил, аккуратненько натянул на штатное место и стянул болтом. Короче, просто взял и сделал почти заводское исполнение. Идеально. Прежде чем я расскажу о самой главной засаде этого дня, а она была, это прям действительно проблема, был еще один важный нюанс. Так как у нас автомобиль полноприводный, впереди стоит такая мини-раздатка. Я ее называю редуктор. То есть от коробки передач вместо правой полуоси, не вместо, а между ней и коробкой ставится такая мини-раздатка, которая имеет хвостовик, куда крепится кардан, и кардан еще, естественно, идет на задний редуктор. Так вот, ее, в принципе, можно, она прикручивается тремя болтами к самой коробке, но логично, что такая блямба, она прям не маленькая, такая большая, я ее, кстати, ставил в первой части, она не может держаться только с одного края на трех болтах. С другой стороны, нужен кронштейн обязательно, и поэтому, по-моему, за нехилые деньги, в районе там 3-4-5 тысяч рублей, покупается отдельный кронштейн. И так как это все-таки массовое производство автомобилей, у меня, естественно, в блоке двигателя есть места под этот кронштейн, и мне остается всего лишь прогнать там резьбу. А это действительно проблема, так как там никогда не было закручено болтов, а резьба открыта всем ветрам, она просто забитая говном, грязью, вся засрана и так далее. И поэтому я потратил очень немало времени, пока ее прогонял. 0А6-409-905H. Дырочки заросшие. А вон там, вон сзади, сверху второй. Да, там, конечно, все плохо. Блин, ни в какую не хочет болт закручиваться. Через ужасную удлинительную систему, но идет. Главное там мечик не обломать. Ой, там говна какашек сколько. Обязательно надо крепить, потому что раздатка крепится всего лишь на три болта. Но это слабое крепление для такого массивного элемента. Поэтому ей в любом случае нужно держаться еще и с другой стороны параллельно. Все. Ну дальше смысла нет. И вот мы подбираемся к самой главной засаде четвертого дня. Это прям вообще, я не знаю, это максимальная тупость, наверное, которая могла быть. Короче, когда мы пытаемся поставить подрамник задний, он, естественно, отличается от заводского. Заводской не имеет сальблоков, а так как он более легкий, ему не требуется дополнительное, скажем так, дополнительное гашение вибраций. Каких-то в нем нет редуктора, ничего. Поэтому он притягивается жестко к кузову через свои штатные металлические проставки, то есть сальных блоков там нет.
он просто притягивается к кузову. А новый подрамник от полного привода имеет большие сальмблоки, 4 сальмблока в местах крепления к кузову. И это действительно гигантская проблема, потому что высота сальмблока гораздо выше, чем просто крепление штатного подрамника. А это значит, что болты, которые у меня там были, уже не подходят. Ну неужели вот длины даже этого болта не хватает? Прикинь, не хватает. Офигеть. Какой же должен быть длиной болт? Родной подрамник не имеет сайлентблока в этом месте, из-за того, что здесь очень узкий кронштейн. А этот сайлентблок длиной с этот болт. Поэтому этот болт, даже если его засунуть, он даже с этой стороны даже двумя волосками не зацепится. На ровном месте еще один геморрой. Ё-моё, когда это все кончится? В общем, нашли ближайший магазин, куда позвонили, где есть в наличии 2 болта. Я посылаю Вадима, я говорю, вези хотя бы 2, пока притянем подрамник, оставим до гидростойках, пусть хоть держится как-то, лишь бы он не висел просто так, пусть хоть чуть-чуть притянут будет. Без проблем не получилось, я ржал. Короче, мы уже готовы прикрутить заднюю подвеску, ставим все на место, подтягиваем ее наверх. Вадим, почему твоя система не совпадает? Тем. Мать его, шлюп, тем! Ты перепутал эти срани между собой, посмотри! Левую и правую! Да. Чертов Вадим! Ну как так? Да я не знал вообще, что они там левая, правая есть. И елки-моталки! Вадимич! Ты правильно, да? Ну да, вот параллельно это. Тресни мне в ухо. Что не так с этим человеком? Вадим, Вадим, что с тобой не так, брат? Ну что, что, что не так? Ёлки-моталки. Из 3 положений 2 неправильных, 1 правильное. И ты все 2 использовал неправильных. Я тупой. Что с этим поделать? Не, я не был так самокритичен. На смерть затянул. А дай я попробую протяну. Сейчас. Давай! Фу. Как можно, блин, так слабо затягивать? Все, нормально. Я думаю, одну ночку повисит на сальмблоке, да? Ничего такого не будет. Не вывернет же его. Пускай. Та-ра-ра-рам. Все. Все, ништяк. Подвесочка у Анночки. Все, инструмент собираем, Вадим. И любви, здоровья, Адьосович. А следующий 5-й день начался с самого, наверное, большого абсурда, который только мог быть. И у меня появилась такая идея. Почему я ищу болты только от Audi Q3? Почему бы не поискать другие болты, которые могут геометрически по размеру мне подходить, но иметь чуть-чуть другую форму? Или головки, или что-то еще. И поэтому, в принципе, иметь другой номер, но по факту подходить. А, как вы помните, возможно, вчера, для вас это вообще было, наверное, пару минут назад, речь шла про то, что у них нет болтов, и тяжело найти болты для задней подвески. Так как это ВАК, а ВАК лучший в мире бренд, можно было обойти всю эту ситуацию чуть-чуть по-другому, и мы это и сделали. То есть я начал искать другие болты на другие автомобили, и нашел на Passat CC идут другие болты на задний подрамник. Разница между теми болтами и этими только в том, что у тех болтов резьба на всю длину болта, а здесь она имеет определенную более короткую длину, и все. Но нам-то здесь резьба в принципе не нужна. У нас он в сальмблоке стоит вот настолько. Ну, короче, они практически одинаковые, эти болты. И вот разница. У этого полностью резьба, у этого нет. Ну и, соответственно, здесь шайба встроена в саму головку, а здесь она отдельная. Это просто офигенно. Я такой счастливый, довольный. У меня теперь есть болты. Закручиваю подрамник, все, ништяк, ништяк. И что-то в какой-то момент там лежала такая коробочка, которую мне дали вместе с запчастями. Я в какой-то момент что-то там, я в нее положил, залезаю в нее, смотрю. Где моя трещоточка? А где же моя трещоточка? Где?
Да ладно. Вы что, шутите, что ли? Серьезно? У меня все это время было 4 болта под заднюю подвеску, какие надо. Вот они лежали. Мне их отдали с задней подвеской сразу. Они лежали в этой долбанной коробке. То есть мне отдали полный комплект, я их не увидел, блин. Дебил, блин. Дебил, 4 болта, как надо. 1300 рублей отдал. Причем купил с запасом, думаю, вдруг у меня по переду еще нужны будут. И у меня 2 осталось лишних. Еще 4 теперь есть, понимаешь? Вообще жесть, прикинь. Ну как так-то, блин? Как? Как можно быть таким лошарой? Мы вчера могли просто прикрутить быстро и забыть вообще про этот вопрос. Катались бы сегодня, наверное. Наконец, задняя подвеска была установлена. И, в принципе, одно из первых действий, которое хочется сразу сделать после того, как установлена задняя подвеска, мне захотелось примерить кардан. Но почему мне сказали, что он не подойдет? Сказали, что он будет слишком большой. Угу. Все, блин, полный привод установлен. Можно ехать домой. Нормально, ничего не мешает, не задевает. Блин! Ушатался я, конечно, здорово. Коробка другая, поэтому надо понять, какой из двух вот этот. Все. Одним из важных моментов мне, для меня прям символичных, было опустить автомобиль на колеса. Я прям очень этого хотел. И, наконец, она, лимоночка. Первый раз с момента, пока мы, когда она заехала на этот подъемник, она первый раз опустилась на свои колеса. Встает пупсичка на колесики. Да, еще половина не собрана внизу, но это не имеет значения. Задняя подвеска стала чуть-чуть шире. Вот сейчас, если заднее колесо приподнять, оно будет задевать за крыло. Эта подвеска задняя, по-моему, от Yeti. И у нее колея чуть-чуть шире, чем заводская на Octavia. Блин, выглядит стало круче. На Octavia RS нету одной важной детали. Нету закладных под подвесной подшипник. Так как кардан имеет подвесной подшипник, на кузове должны быть места, куда он прикручивается. И мне дали эти уши, то есть оригинальные заводские уши, которые надо просто приварить к кузову и куда после этого прикрутится подвесной. Надо, соответственно, варить уши. И так как варить уши надо к центральному тоннелю, одно из действий, которое надо сделать, это разобрать салон, чтобы не полыхнуть. Половину этого дня я потратил на то, что, блин, разбирал салон. Не самый главный, конечно. Короче, сейчас вообще вылезла такая интересная штука. Я хотел найти место, куда мне устанавливать штатный подвесной. То есть, чтобы не высчитывать еще что-то, я думал, я сейчас найду где-нибудь в интернете готовый вариант, то есть тех, кто делал, куда привариваются эти самые уши. И напоролся на такой интересный пост. Оказывается, компания Febest, да, компания говно, сразу говорю, но тем не менее, она сделала очень классную штуку. Она сделала подвесной, который крепится вместо вот этих вот поперечных тяг. То есть там есть по 2 болта, и вместо вот этой вот фигни крепится подвесной, который сам выглядит как такая вот лабудень, и там внутри подвесной. Я нашел эту картинку, сейчас посидел полчаса, по этой картинке нашел номер, пробил номер, 7000 рублей, заказал. Если эта фигня завтра приедет, я буду самым счастливым человеком, если она подойдет и встанет. Это будет означать, что ничего варить в принципе не надо, а я так против того, чтобы варить что-то. Вот честное слово, вот это самая больная тема для меня была, чтобы ничего не варить, не люблю. Да, конечно, минус в том, что я порожняком разобрал салон, ну и хрен с ним. Это меньше из потерь, которые можно было получить. Я самый счастливый человек на планете. Итак, 6-й день. Вроде бы 5-й день закончился на том, что такой я прям весь из себя счастливый, придет сейчас подвесной Febest и все ништяк. И скажу сразу, 6-й-7-й день можно назвать 2 днями кардана. Вообще можно было бы взять лестницу
Но это удел слабаков. Ну чё, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Блин, не люблю компанию Фебис, но спасибо ей большое за то, что она сделала вот эту штуку. Та-дам. Смотри, как классная шняга просто. Дюралевый кронштейн, и нафиг не нужно ничего делать. Варить ничего не надо. Шестой день — это был самый неэффективный день за все время ремонта лимонки. Потому что в шестой день мы успели всего лишь понять, что подвесной, который пришел компании Фебист, нельзя просто так поставить на Шкоду Октавию РС. Шпильки здесь очень короткие, а толщина дюральки очень большая. Посмотри. Она даже так, посмотри, она не пролезает. Здесь болты, здесь гайки никак не закрутишь. Блин. Ну, центр, конечно, симметричный. Я не хочу сверлить дырки в кузове и приваривать туда кронштейны. Я тоже не особо доверяю Фебису. Но вот дюралька, что ей будет? Тут речь именно про САП. Подшипник в любой момент поменять можно. Даже резинку можно. Видишь, она же здесь вот впрессована. На крайняк можно. Просто насколько имеет смысл этой дрочью заниматься, когда проще приварить уши. Если уж резать, варить, то проще сделать это с ушами. Бля, я так не хочу варить вообще, блин, кузов. Угу. А что ты боишься оттачивать? Думаешь, обломает ее? Я не обломаю. Да но все равно усилие-то останется вот именно на центральной части. Вот у него ребро идет. Там какая окей, нагрузка, стоят да? Прям. Инженеры хреновые, блин. Какая нагрузка должна быть, чтобы ее обломало? Ты представь. Вот такая. Ну, ты предлагаешь половину ее сточить, да? Вот так вот. Да. Квадратики. Да. Просто обтачиваем половину. И у нас буквально там три витка, каждый болт начинает держать. Это первый выход из ситуации. Высверливаем, обрезаем, снаружи ставим болты, изнутри их обвариваем вот здесь. И просто втыкаем шлеп, и у нас болты просто становятся длиннее. Ну и третий вариант – это варить уши. И мы сидели, выбирали из этих трех вариантов, пока к нам не подошел Леша. Спасибо ему огромное. Леша подошел, посмотрел такой, говорит: слушай, а там в соседнем кузовном цехе часто ремонтируют Peugeot-боксеры, так называемый спринтер-крафтер от Peugeot. И у них есть в лонжероне заводские закладные. И они, самое главное, они выглядят как втулка, имеют поясок упорный и под нужную резьбу, как нам идеально подходит. Он говорит: сейчас я притащу, попробуем. Притаскивает, мы начинаем закручивать и понимаем, что это бинго. Слушай, прикольная мысль. И ничего резать, пилить, ничего не надо вообще. Они в лонжероны вставляются, и потом в них что-нибудь закручивается. Они нам подходят идеально, потому что у нас резьба находится внутри. Соответственно, мы можем вот так прикрутить. Но как крутить, чем? Для этого нам нужна гайка. Можно сюда вот подварить вот так вот гайку. За эту гайку можно будет закручивать и выкручивать. У нас получится гайка вот такая вот, странной формы, но гайка. В принципе, все это будет гайкой. Но они еще чуть-чуть длиннее по высоте, чуть-чуть высоковатые для подвесного подшипника. И поэтому есть пассатовские шайбы, которые идеально подходят по диаметру и идеально по высоте. То есть вот так этот будет сэндвич выглядеть. Кто будет варить? Угу, сейчас, блин, доверю я тебе такие вещи. Ты, блин, сварочный аппарат в руках ни разу не держал, будешь мне рассказывать. Я вот так буду стоять, можно? Вах. Слушай, ну, по-моему, ништяк. Это сепаратор. Он взбивает молоко. Блин, ты уверен, что все-таки это... А если попробовать там шарики приклеить?
странно, да, странно. Не, не залезет она. А вот сепаратор с шариками поставить туда можно, мне кажется. Угу, вот и все. Главное теперь, чтобы все вот это вот и все залезло. Попадают? Вроде да. Что по шарикам? По шарикам не вижу уже. А поднимай пыльник. Он на максимуме. Серьезно? Он опять на максимуме? А что же у нас туда ничего не залезает? У-у. Это будет очень тяжело. Ты хочешь его туда воткнуть? Да. Ну это так, потому что ну, я ни разу не ставил изнутри его. Ползет вниз. Уполз. Давай попробуем его так наклонить. Нет, не вываливается. Фигня это все. Да, это было намного сложнее, чем без смазки это делать. Куда? Куда? По часовой. Ишь. Ой, блин. А что так гремит? Стой, 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 хватит. Много. Чё? По-моему, пипец. Почему? Да. Чё случилось? Вадим, Вадим. А так все хорошо начиналось. Это была целая эпопея по сборке кардана. Как мы измазались в этом шуруфе, как мы с ним долго воевали, но так собрать нормально и не смогли. Кинули его в багажник Камрюхи и решили, что завтра поедем в сервис по ремонту карданов, где нам его соберут, завальцуют и на всякий случай еще покрутят на станке, чтобы отбалансировать. Седьмой день начался у нас сразу в сервисе по ремонту карданов. Потратил я на это 3000 рублей, и все, у нас в руках готовый кардан. Однако ребята поделились такой информацией. Они сказали, что если я буду раскачивать машину до большого количества лошадей, то я к ним приеду скоро еще раз. Потому что они занимаются как раз именно ремонтом и изготовлением карданов для ВАГа. И они говорят, что для РС-ок полноприводных, вот для таких проектов, идеально подходит туареговский кардан. Туарег Каен, 958 Каен или Туарег НФ. На этом мы закончили, они его отбалансировали, все, отдали мне. И мы счастливые со Славой рванули в сервис устанавливать этот кардан. Кардан на месте, отбалансированный, даже подкрасили. Соответственно, пыльник новый, пыльник уже завальцован, все идеально. Все, надо просто ставить. Ха. А он, получается, немножко выгнут вниз, прикинь. Да, чтобы он на корню так не свернулось. Сварщик от Бога. Не, ну а какие к нему претензии? Это ты обточил, наверное, его так сильно. Не. Хорошо, что у нас есть еще одна. Запасная, прикинь. Я просто слишком сильно затягиваю, так не надо сильно. Блин, насколько сильно надо протягивать кардан? Мне кажется, до смерти, да? Ты можешь подержать сам кардан? Давай. Подержать. Такой трещоткой, конечно, такая себе протяжка. Все, блин, нахрен. А мы решили заняться тем, что поменяем жижи, все жижи, до которых дотянемся. Масло у нас оригинальное, обязательно. Номер G052-182А2 для ДК500.
Блин, Слав, по-моему, это плохая идея. Потому что я залил туда 100 грамм, и она стоит уже месяц. Даже не пытается уйти это масло. Вон оно как стояло. Так мы и заливали. Да, я помню. Мы его еще грели, блин. Да, но только мы заливали в ДК 250, а это ДК 500. Может быть, здесь масляный насос покруче, и он не пропускает через себя. Вообще сейчас идет как? У нее прямая подача от масляного насоса идет в фильтр, из фильтра в теплообменник, и потом только внутрь на мехатроник. Вот, и получается, что мы сейчас заливаем, и через шестерни в фильтре, ой, в масляном насосе, а оно проникает внутрь. Начинаем с того, что ставим фильтр на место. Сразу. Масло там не уходит ни хрена, блин. Значит, будем заливать как по-нормальному снизу. Там написано 20 ньютонов. Вот я только что ровно 20 ньютонов и затянул. Динамометрическими руками это сделал. Блин, эту машину надо поднимать, ё-моё. Ё-моё. Будни владельца Volkswagen. Просто нормальные машины заливаются со щупа сверху, блин. Я не понимаю, почему не сделать щуп. Неужели щуп такая сложная вещь для реализации, чтобы просто сделать его и по нему измерять уровень? Обязательно надо вот эту вот сложную схему. Прогрей до 36, там 40 градусов. Ни градусом выше, ни градусом ниже. Вот в этот момент поймай, обязательно выкрути пробку. У тебя сольется там что? Нахрен все это нужно? Щуп. Щуп решает все вопросы. Такая, такое дрочь. Литр слился. Все, минус литр только что. Вот так сложно. Вот почему нельзя проще сделать? Да это, конечно, блин, минус. Когда все уровни жидкости мы выставили, осталось свободное время. Чем же заниматься? Моим любимым делом – проводкой. Еще вся беда в том, что они все короткие 100%, потому что они стояли на машине и были подключены с этой стороны, из этой дырки велись. А я здесь не стал сверлить дырку, поэтому у меня здесь они идут с той стороны. И лишние 1.5 метра примерно вот этого, вот этой длины нам сейчас хватать не будет. Ха, прикольно. Слушай, я могу массу кинуть на болт, которым прикручен бак. Кинуть сюда клемму и сверху гайкой притянуть. У нас здесь есть 6 проводов. Распределяются они так. 2 коншина, 2 провода на Haldex, это плюс постоянный, не постоянный, а плюс от зажигания, и, как мы помним, педаль тормоза, и 2 еще провода, это датчик уровня топлива второй. Канхай у нас белый-желтый, вот этот вот, соответственно, его мы сделаем красным, потому что хай. Ну, логику мою не каждый поймет, но она такова. А канлоу будет у нас черным. Вот есть люди, которые не любят арматурку. Я их не понимаю. Арматурка – это вообще так классно. Когда ты берешь и все выкручиваешь, выкручиваешь, отщелкиваешь, снимаешь. Но вот сколько я работал, проще всего разбирать. Проще всего разбирать. Вот ни за что не догадаетесь. Проще всего разбирать Bentley. Вот континенталька разбирается вообще вот так вся. Потому что у нее все четкое, мощное, настоящее. Сломать почти ничего невозможно. А сложнее всего разбирать дешевую машину. Чем дешевле машина, тем ее сложнее разбирать. Это блок предохранителей С. Что нам надо здесь делать? Нам надо найти 15-ю клемму. Важно, Haldex 4, у меня именно Haldex 4, работает с плюсом без постоянного плюса, работает с плюсом только после зажигания. То есть при включении зажигания на него питание подается, при выключении зажигания питание на него не подается. Это важно. А если бы был Haldex 5, то Haldex 5 помимо 15 клеммы еще имеет 30, то есть постоянный плюс. Если мы постоянный плюс не подключим на Haldex 5, то блок постоянно будет терять. При выключении зажигания у нас постоянно будет вылезать ошибка, где связь с блоком. У нас наконец-то приехали пины для блока предохранителей, и остается их только установить и плюс подключить щиток приборов. В чем прикол этой изоленты, почему и существует она?
в отличие от пластиковой, в том, что пластиковая на морозе перестает быть эластичной, она превращается в камень. Поэтому все вот такие места, если ремонтируются, то только такой изолентой. Потому что при открытии двери, иначе у тебя, если она будет пластиковая, ее сломает через какое-то время. Прям физически сломает. Да, я все это время говорил, датчик педали тормоза, а у этой машины нет датчика педали тормоза, потому что тормоза она зажигает по давлению в системе. То есть в системе АБС появляется давление, и от этого загораются стоп-сигналы. Но нам, в принципе, и не обязательно это делать. Я здесь сделаю проще, я сейчас посмотрю сразу. Ну, очень просто, конечно, мне посмотреть будет на провода на задних фонарях. Не могу я этого сделать, у меня нету возможности открыть крышку багажника. Это минус современных автомобилей в том, что никаким способом при отсутствии питания багажник не открыть. Однако же у нас есть электросхема, и я могу сделать проще. По электросхеме мне известно, в каком именно пине находится этот провод. Черный и красный. Находится он Т52С17 пин. 52-контактный разъем, 17-й пин. Но мы знаем, что есть у нас Т52С. А значит, логично предположить, что у нас есть Т52А и Т52Б, раз есть С. Это очень хорошо, потому что у нас на блоке именно три разъема, каждый из которых имеет 52 контакта. 13, 14, 15, 16. Как назло, все, во всех трех контактах 17-й присутствует. Нам надо понять, какой... А-ха! Вот я идиот! На блоке написано А, Б, С. Все. Т-52 А, Б, С. Т-52С это коричневый разъем. Вот этот вот. И вот именно коричневый является Т-52С. Вот он. Соответственно, у нас есть три разъема. Черный, белый и коричневый. По блоку мы понимаем, что А, Б, С, Т-52С – это вот этот разъем коричневый. Разбирается он очень легко. Отгибаем два уса, и он просто съезжает. Все. Дальше. Здесь мы находим контакт номер 17. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот дальше два пропуска как раз наших. 17, вот он контакт. Провод мы нашли, соответственно. Теперь нам остается к нему только подключиться. Зачищать такие провода я люблю вот таким образом. Просто чуть-чуть их прогреваешь и снимаешь с них шкурку. Разбиваем на волоски. Я это делаю для того, чтобы контакт был получше. И его сложнее было оторвать. И дальше засовываю вот сюда. Вот так вот скручиваю. Хоп. Засовываю. Потом хоп. И по кругу обкручиваю. И вот пластиковую изоленту после того, как заизолировать, я всегда рекомендую обжигать, ну, прогревать, для того, чтобы она схватилась навсегда. То есть я это делаю так. Соответственно, я заизолировал, а теперь еще и подогрею. А теперь берем и на место сажаем разъем. Тряпичной изолентой проходимся, чтобы зафиксировать сам разъем. Ну что, с завода сделано так. То есть вот в этом месте. Вот так вот. Оп. Вот такое у нас соединение. Теперь мне надо найти плюс после зажигания. В блоке предохранителей. Обращу внимание ваше, что я не укорачиваю провод пока. Потому что сейчас я делаю все для тестов. То есть, в принципе, я мог бы закрепить окончательно, но дело в том, что вот этот пин, который я устанавливаю, он, как бы, мягче сказать, нештатный. Ну, мы видим, что половина проводов не залезла, сама обжимка не очень качественная, плюс контакт скуксило. Для теста нам сойдет. Дело в том, что у меня сейчас нет аккумулятора и нет возможности проверить, правильно ли я выбрал посадочное место под предохранитель. То есть, присутствует ли здесь 15-я клемма. Как вы помните, для предохранителя нам нужна 15-я клемма. То есть нам нужен плюс после зажигания. Вот такой предохранитель. Теперь у нас это муфта Халдекс. Если все срастется, то она будет 26-м предохранителем вместо 12-вольтовой розетки, которая здесь не задействована.
Дальше мы подключаем коншину. Чуть-чуть разматываем жгут проводов, много особо не надо. Дальше мы находим, вот они, наши проводочки коншины. Черный, оранжевый, коричневый, оранжевый, черный. Вот они у нас. И сюда мы будем соединять муфту Халдекс. Кан Хай Лоу, естественно, надо подключать на правильные контакты шины, на правильные провода шины, потому что если вы подключите их в обратную сторону, ни хрена у вас работать не будет, потому что кан работает в противофазе. Соединяем точно тем же самым способом. Кан Лоу соединен, сейчас изолируем его. Вообще можно было бы сделать хитрее, можно было бы обрезать эти провода, с одной стороны засунуть два в коннектор, а с другой один, и тем самым соединить их коннектором. Может быть, я так и соединю их чуть-чуть попозже. Пока поплавок второй мы не будем соединять, это нам не так сильно важно для проверки работоспособности муфты Халдекс. Так. Сейчас мы это все включим, проверим. Убедимся, что все у нас сработало правильно. Педаль газа я подключу просто для того, чтобы нам в двигателе не нужны лишние ошибки. Да и мало ли что сейчас ДСГ у нас, чтобы лишний раз с ума не сходило. Так, педаль газа на месте. В принципе, все у нас готово для того, чтобы подкинуть кремму. Да, полмашины не собрано, полмашины не подключено. Селектор, например, тоже надо на место подключить, потому что ДСГ у нас сейчас на него будет ругаться. В принципе, все. Фу, ну что, наступает момент истины. Я помню, я еще снимал с нее блок предохранителей, подкидывал на другую тачку, на черную Октавию, когда мы ее оживляли. Все у меня вроде соединено. Блин, можно было бы, конечно, взять и закинуть на место штатную кронштейн под аккумулятор. Но это все долго, ё-моё. Я хотел повыпендриваться еще немного, но не успел. Поэтому, короче, я просто клемму одеваю. Блин, впервые с момента, пока когда с нее снимали коробку, она оживает. Сразу открою багажник, потому что я потом обязательно забуду это сделать. Так, смотрим. Да, хреново, я не тот выбрал. Предохранитель мне надо перекинуть, потому что Халдекс у меня запитан постоянно. Мне нужна клемма 15, а у меня получилась клемма 30. Ну, я могу посмотреть, где здесь есть 15. Ну что, включаем зажигание? А где ключ? Ключ. Ёлки-моталки. А, вот он. Итак. Блин, фары включились. О, Д. Нифига себе. Коробка не в аварии. Нейтралка есть. Д есть. Смотри, что. Селектор видим. Очень прикольно. Естественно, у нас горят все ошибки от руля. Ой, тормоза, антифриз, все горит. Селектор мы отлично отслеживаем, это радует. Топливо у нас показывает абсолютно на нуле. И, кстати, я могу с этим согласиться. Потому что топливо у нас реально на нуле. Надо будет залить его в этот бак. Ну и плюс у нас не подключен второй датчик, хотя она может про него не знать. Да, есть 15-я клемма. Есть 15-я клемма. Все, я теперь знаю, куда подключать предохранитель. Бедная девочка, смотри, пищит, пи-пи, вся такая. Говорит, брат, антифриза нет. ЕСП горит, бензина нет. Что-то, говорит, все плохо очень. Говорит, так долго я спала и так тяжело просыпаться. Блин. Я реально этот... Вы понимаете, она просыпается сейчас. Блин, я так рад, что она прям... Вот кажется, ничего не произошло, да? Кажется, что все подключил просто по местам и все, но радует. Сейчас я срочно хочу увидеть, что мне напишет коробка и что мне напишет
муфта Халдекс. Связь пошла. Отлично, отлично. Вот теперь смотрим. Интересное кино. ВИН-код. Офигеть, прикинь. Это мой ВИН-код. Коробка автоматически вписала в себя ВИН-код, что меня очень удивляет. Коробка ответила. Мне нужен теперь, нужна муфта Халдекс. Но мне обязательно нужно увидеть, что у меня есть полный привод. Для этого мне нужно залезть, где у меня 19-я шина данных. Залезаем в гейтвей. Давай, давай, давай. Блин, это уже пошло вообще все не то. Блин, по какому она отвечает? Что-то странно. Почему у нас не откликается Халдекс? Вот я идиот, блин. Я самый конченый идиот из всех, которые есть. Разъем-то на Халдекс я не одел, блин. Я думаю, что она не читается, эта сраная муфта, ёлки. Я думаю, что происходит, почему у меня Халдекс не откликается никак. Эх, нет. Надо поднять. Тащи там град. Я еще думал, блин, не забыть бы одеть разъем. Подключил все, называется. Кстати, есть отличный повод переключить его на с постоянного плюса на плюс после зажигания. Так. И перемещаем вот сюда. Потому что это у нас 15-я клемма. Главное, чтобы она не была клеммой 75X. Сейчас я проверить не могу, то есть при включении стартера, чтобы она не гасла. Включай. Пока Вадим внизу, надо срочно опустить. Так, есть еще один Вадим у нас? Чего ты смеешься, да? Отлично, отлично. Халдекс for motion, блин. ВИН-код опять прописался наш, Халдекс ответил. Любви тебе, Халдекс, здоровья, блин, спасибо. Это очень хорошая информация. Кода. Нет кодов, не справится. То есть Халдекс все в порядке. Говорит, у меня все нормально, ребят, вы можете на меня положиться. Коробка отвечает, Халдекс отвечает. Очень хорошо. Фух, блин. Ну что, тем временем Вадим не просто так. Вадим счастливый и радостный, потому что он привез волшебные штуки. Вот такие вот. Посмотри, какие они модные, блин. А что, желтых не было, что ли, блин? Я синий попросил. Серьезно? А почему не желтые? Ты вообще она конец, желтая, блин. Это трубки, мы их будем обрезать, они нам нужны для того, чтобы соединить наш теплообменник. Теперь наша задача установить на место теплообменник вместе с новыми модными синими шлангами. Они могли бы быть желтыми. Но Вадим решил, что нам желтый цвет не нужен, он не подходит по идеологии автомобиля. Ну, как же абсурдно ставить на желтый автомобиль желтые трубки. Ставится он вот таким вот образом. Оп. 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 Все. А, вы знаете, вот если вы играли в игру «Водопроводчик», там была какая-то в детстве такая игра, я помню, на телефоне, «Водопроводчик», где надо было с помощью трубок воду пустить там от одного края экрана в другой. Так вот, это то, чем мы занимались полдня. Я вот сейчас заливаю, а в этот момент думаю, а все ли трубки я соединил? Может, я бенз пока залью? Бенз можешь залить, да. Только лучше возьми воронку, Вадим.
Так, посмотрим. Есть ли здесь грязь? Только от моих пальцев, блин. Где вот штуцер второй у нас? Смотри, у нас был синенький, маленький такой, Вадим. Ой, Вадим. Глаза залил, да? Спасибо. Сорян. Ты чё? Ни хрена ты тут пролил, всю машину облил, елки-моталки. Держи бутылку, блин. А, ты в глаз попал, что себе? Ё-моё. Можно было просто перелить в канистру, в которой есть лейка, и через нее залить. Я бы сказал, что мне очень жаль, но это будет неправда. Это сотый бензин. Такой, смотри, злорадный Андрюха, не жаль, говорит. Че, сильно глаза красные? Да, красные, жестко. Да ладно, не умрешь ты, что, от бензина точно не умрешь. На, закручивай вон там пробку в той баклажке. Ты которая... меня, блин, с этими... Ну а что ты, блин, у тебя что, детства не было, что ли? Сотый он сильнее, чем 92-й. Какая разница? Жжет. Сколько бензина вот так было слито, перезалито. О-о-о. Не счесть. Вроде простейшая работа, залить бензин в машину. Но Вадима что-то не устраивает в этой работе. Прежде чем отсасывать, ты сначала туда дунул, чтобы у тебя весь бензин вышел. Потом так, и все. Больше ничего не надо. Не надо ждать, пока он тебе в рот попадет. Я решил до конца собрать под капотку, потому что надо же это сделать, и хочется получить эстетическое удовольствие от вида законченности автомобиля. Ну и я трачу еще там пару часов на то, что все собрал, все подогнал, все прикрутил, все везде, все, антифриз залил. В общем, под капотом все закончено. Не впуск, а чудо-инженеры. Именно этот фильтр позволяет этой машине, когда газуешь, так делать, всхлипывать. Ну ладно. Вот она. Брат мой, мотор ЦЦЗА, ты просто произведение искусства. Итак, наконец, девятый день. Начался он с того, что мне наконец пришел пин, правильный пин для блок-предохранителей. Я всю проводочку, я его подключил на место, все везде изолентой прошелся, переподключил коншину, все по проводке закончил, все ништяк, и подключил датчик уровня топлива, но, правда, я его проверить не могу, мне для этого нужно время, поэтому я его подключил пока как придется, а дальше посмотрим. Я его проверю, и потом, если что, перепиную. Короче, датчик уровня топлива 2. Подключается на щиток приборов, у него 3 контакта, как мы уже знаем. И в чем его прикол? Один из них идет на плюс после зажигания 15-ю клемму. Вот я думаю, красной-синей полосой, в принципе, он на это подходит. Именно поэтому, скорее всего, на этой проводке приведено всего 2 провода. Потому что, по сути, третий-то не особо нужен. И третий, 2 провода, это вот эти вот как раз голубой и фиолетовый-белый. Окей. А какой из них какой, я не знаю, но подключаются они на... Да, соответственно, подключаются они на комбинашку приборов. Т-32С, соответственно, на 3-4 пин. Нет, уровень топлива остался на том же месте. Это мы оставляем на чуть попозже. Так, как мы помним, коншина у нас очень грустно соединена. Соединена она была таким образом временно. Говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Но это не про нас. Сегодня мы будем делать, с одной стороны, варварский поступок, но крайне необходимый в нашей ситуации. Сегодня мы будем резать штатную проводку. А как соединить коннектором провод, когда он цельный? Все правильно, никак. Поэтому мы его сейчас отрезаем. С одной стороны соединяем 2 провода, старый плюс наш новый. А с другой стороны также старый провод, который идет дальше. Но мне необходимо было, прежде чем соединять навсегда, мне надо было обязательно проверить, насколько, ну точнее подключить все и понять, что все работает.
Это очень важно. Если бы я этого не сделал, то мало ли какое-то неправильное соединение, мне пришлось бы полностью все заново делать. Мне привезли, наконец, контакт для блока предохранителей. Будет у нас 31-й предохранитель. Он и будет являться нашим, оп, новым контактом. Вот он. И все. И вот сейчас мы соединяем вот эти два волшебных проводочка здесь коннектором. И победа. Это у нас плюсик Таубекса. Самое главное при засовывании сиденья не закоцать дверь и руль. Все. Наверное, самый крутой день, потому что уже практически все закончено, а последние штрихи и разочарование. Вы даже не представляете, какое. Короче, вылез еще один геморрой, которого никто не ждал. Точнее, как бы я не хотел об этом думать. Машина уже была разобрана, и не было возможности посмотреть. Я никогда не вникал. Короче, блок АБС у меня 1К0-907-379BH. На конце BH. А насколько я знаю, BH, блоки управления, нельзя перекодировать под полный привод. То есть мне надо будет менять еще и блок управления АБС. Вот это вообще новость. Вот этого я вообще не ждал никак. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, почему я не хочу менять блок АБС? Точнее, у меня уже нет выбора, мне его надо менять. Но почему я не хотел бы? Потому что первое, он очень неудобно расположен, его геморройно снимать, ставить. Второе, он очень дорого стоит. Третье, меня мой блок полностью устраивает. И четвертое, я уже... Мне машину надо грузить на эвакуатор и везти на выхлоп, а у меня до сих пор, ну, короче, я ее не до конца не доделаю, получается. Я думаю, что я сегодня до конца добью.